Доброго времени суток. Вот решил снять видеообзор нового заказа. Металлоискатель подводный метис на базе пирата. Сделан для человека с левой, так сказать, основной рабочей рукой. Как видно, все заточено под левую руку. Если взять в правую руку, то есть тут ничего не видно. И управление не такое. Поэтому все сделано под левую. Ну все удобно, эргономично. В руке лежит хорошо. Включается просто. Вот все включился. Загрузился. Вот на колечко. Реакция. Пожалуйста. Все работает. Человек связался со мной, попросил именно такое исполнение. Ну, я заказ выполнил скоро. Этот заказ поедет к своему владельцу. Все вопросы и обсуждения я веду в группе ВКонтакте. Если вам надо, ссылку я оставлю внизу видео. Все обсуждения ведутся в личке. Так там очень много вопросов, нюансов. У человека возникает 1000 вопросов. Это все там я стараюсь ответить более или менее, так сказать, со своего опыта и познания. Ну и обсуждаются там наклоны катушек 45 градусов, 90 градусов. Там, может быть, с искривлением катушка. Вот так вот. Может быть, там что-то со световой индикацией по-другому. Может, диаметр катушки другой быть. То есть там это все в личке обсуждается. Так что, если вам нравится, пишите, связывайтесь, комментируйте, лайкайте. Или что там интересует вас, спрашивайте. Всего доброго.